сейчас мне хочется поговорить с тобой. Оба! Теперь так ведутся дела. У меня с тобой дел нет. Монгол, все можно решить полюбовно. И я пришел сюда, чтобы с тобой поговорить по-мужски. А ты здесь выделываешь всякие кренделя. Ну, сними пучку! Не раньше, чем я узнаю, где мой товар. Да, я скажу, если ты сам газет не читаешь. Его взяли легавые под Вильнюсом. Причем здесь я? Легавые во всем виноваты. Ну да. И ты здесь ни при чем? Конечно, нет. Будь я при чем, приехал бы сюда с тобой говорить. Ты меня спрашиваешь? Ну да. Ты хочешь знать, что я думаю? Твоя беда в том, что я вообще не думаю. Послушай. Я не думаю о тебе. Я здесь ни при чем. Я не думаю о том, что ты сейчас бормочешь. Я сейчас буду считать до пяти. Послушай, могу. И ты успеешь сказать мне правду. Да я здесь ни при чем. А если будешь вешать лапшу на уши, я сделаю дырку. И раз. Послушай. И два. Ладно. И три. Ладно, ладно. И четыре. Хорошо. Я все скажу! Я знаю! Знаю! Сергей! Сергей!